Люди хотят участвовать в процессе. Ну вот. Даже не с точки зрения идеи, там, предложения каких-то. Они, сами поджигать фейерверки. Ну, например, они говорят, дайте нам какое-нибудь задание, мы его, вот мы наденем какие-нибудь костюмы, возьмем в руки какие-нибудь флаги и пойдем по улицам города с карнавальным шествием. Так вот, исходя из всех этих рассуждений, их было довольно много, мы задумали организовать некий городской флешмоб. Было бы здорово, если бы журналисты посодействовали набору тех людей, которые могли бы в нем поучаствовать. Флешмоб может быть в разных форматах, причем уже даже примерно говорилось место, это может быть там центральный стадион, или это может быть центральная городская площадь, или центральная улица, или что-то еще. И тема этого флешмоба может быть разная, но вот... Нам уже пишут, все с баночками майонеза идут шествием по Вайнера. Вот. Прекрасно. То есть, драка с синими баночками, главное с синими, вот этими знаменитыми. Знаменитыми баночками. Ну вот.